Компания Kasumi Group представляет универсальный туристический нож, созданный специально для России. Проанализировав пожелания клиентов, мы разместили заказ на разработку и создание охотничьего ножа в японской компании Jisakai. Это нож, который мы делаем по заказу Kasumi Group. И здесь мы производим его заточку. Лезвие ножа выполнено из высокоуглеродистой стали V-Gold, или как ее еще называют, VG-10. Эта сталь отлично держит заточку и в то же время хорошо поддается правке. Повышенное содержание хрома в V-Gold 10 делает клинок достаточно коррозионно стойким. Форма лезвия – дроп-поинт, примечательная тем, что острие у такого ножа находится на оси приложения силы при уколе, поэтому клинок одинаково хорошо режет и колет. Ярко выраженное фальш-лезвие делает его профиль похожим на кинжал, что усиливает колющие свойства ножа. Кроме того, подобная конструкция уменьшает вес ножа и улучшает баланс, смещая его ближе к рукояти. На обух клинка нанесено рифление под большой палец, повышающее контроль над клинком при резе. Все технологические операции выполняются опытными специалистами. Этому работнику больше 70 лет, и более 50 из них он работает на нашем производстве. Здесь мы снимаем заусенцы с лезвия этих ножей, которые уже прошли заточку. При разработке клинка конструкторы и дизайнеры не могут не думать об особенностях тех условий, в которых ножу придется работать. Потому что именно способность ножа выполнять свои функции в таких условиях делают его максимально удобным и практичным. Рукоять ножа изготовлена из розового дерева какабола. Это ценная порода, которая обладает высокой прочностью и за счет своих свойств не нуждается в частом уходе. Высокое содержание масел в древесине какабола делает изделия из нее очень стойкими к атмосферным воздействиям. Рукоять эргономична и выточена по форме ладони. Нож имеет два варианта исполнения – с лезвием длиной 130 мм и 105 мм. Ножи поставляются в кожаных ножнах.